В губкинском филиале Муравленковского многопрофильного колледжа проходит торжественная церемония вручения дипломов. Выпускники, прощаясь с учебным заведением, выходят из его стен дипломированными специалистами. Филиал колледжа подготовил поваров, мастеров по обработке цифровой информации, специалистов по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и автомобилей и педагогов дошкольного образования. Наши студенты, они всегда востребованы на рынке труда. И уже на государственной итоговой аттестации наши председатели государственной экзаменационной комиссии, а также работодатели, они сделали предложение ряду наших студентов для того, чтобы о трудоустройстве. Это наша самая высокая оценка. Один из работодателей, индивидуальный предприниматель Александр Никитюк, также присутствовал на церемонии вручения дипломов. В рамках социального партнерства студенты проходят практику на его предприятии и впоследствии могут рассчитывать на трудоустройство. Сейчас у индивидуального предпринимателя работают 5 выпускников колледжа. Александр Никитюк выразил благодарность преподавательскому составу и обратился к ребятам со словами напутствия. Хочу пожелать вам, потому что на сегодня не такой день, когда, скажем так, юношество, да, и детство, оно остается позади. И вы на пороге новых глобальных свершений. Это шаг в взрослую, осознанную жизнь. И родители, конечно, они всегда будут вас опекать. Но сегодня наступает тот момент, когда вы уже должны думать сами, что вы будете делать дальше. Примером для следующих выпускников могут служить ребята, которые окончили колледж с отличием. Успешные выпускники советуют не терять времени даром и уделять учебе достойное внимание. Нужно не лениться, прежде всего, стараться, активно принимать участие в жизни учреждения, где ты обучаешься. Стараться, не лениться, повторюсь. Запоминать, слушать учителей, прислушиваться, потому что наставление учителей немаловажную роль играют. Колледж предоставляет очень много возможностей для того, чтобы реализовать себя в разных сферах. Это такое, как начальное на пути к студенчеству, потому что здесь можно познакомиться с многими, съездить на разные форумы. 16-й выпуск стал самым многочисленным в образовательной истории колледжа. Сегодня среднее профессиональное образование снова в цене, и специалисты рабочих профессий востребованы на рынке труда. Для части выпускников образование в колледже было подготовкой к дальнейшему обучению в ВУЗе. 68 дипломированных специалистов на пороге самостоятельной трудовой жизни, прощаясь с колледжем, загадали желание и выпустили в небо воздушные шары, как символ надежд и новых начинаний. Валерий Усманов, Денис Вельков, новости Губкинского.